И последнее. Названы самые благоустроенные города России. На первом месте в этом году Краснодар. Второе поделили Ульяновск и Барнаул. Третье – Калуга и Тула. Таковы итоги правительственного конкурса. Специальная комиссия оценивала состояние ЖКХ, транспорта, экологии, архитектурные достижения населенных пунктов и многие другие параметры. Отмечу, что Ульяновск, Барнаул и Калуга раньше уже становились победителями этого конкурса, а вот Краснодар и Тула отмечены впервые.